проводились забавные эксперименты. Забавные, если можно назвать забавный эксперимент на детях. Вот. Когда одним учителям говорили, что значит эти ученики значит, необыкновенно интеллектуально одаренные, а другим ученикам говорили, что это средний класс, ничего особенного нету. Качество обучения отличалось, потому что если учитель думал, что он имеет дело с одаренными людьми, детьми, у них улучшалось качество обучения. Они лучше сдавали экзамены, там, прочее, прочее, прочее. Почему? Потому что учитель собрал себе в голове такую конструкцию. И дальше все, что он это интерпретирует в рамках этих, ребенок сказал какую-то глупость. Может, это что-нибудь, давай изучим подробнее, поговорим про это.